За неделю до международной конференции по климату в Глазго во многих странах мира экоактивисты приняли участие в очередной глобальной акции «Пятница ради будущего». В Берлине на демонстрацию пришли тысячи молодых людей. Они потребовали от следующего федерального правительства уделять больше внимания решению проблем, связанных с изменением климата на планете. Мы хотим показать коалиции, что безопасность нашего будущего обсуждению не подлежит. Во время предвыборной кампании политики взяли на себя обязательство ограничить потепление на уровне в 1,5 градуса. Мы требуем, чтобы они сдержали свои обещания. В ходе подготовительных коалиционных переговоров немецкие политики решили добиться прекращения использования угля как источника электроэнергии уже к 2030-му, а не к 2038-му году. Молодежь хочет недвусмысленно дать понять социал-демократам, либералам и зеленым, что будущее правительство должно принять решительные меры для борьбы с изменением климата. Твердые обязательства по прекращению добычи угля к 2030 году. Никаких проектов с газом с 2035 года. Отказ от производства новых машин с двигателем внутреннего сгорания с 2025 года. Но пока не ясно, прислушаются ли к этим требованиям участники переговоров. Euronews, Berlin.